Здорово, здорово! Эй-кей, Crazy Russian. Так, фронт. Бум! Вы, ребятки, кто первый раз, не настраивайте свои мониторы, потому что у меня здесь цвет меняется в зависимости... Да не, нет никакой зависимости, просто так. Я, эй-кей, Crazy Russian, Cincinnati, Ohio. Дисклеймер сразу, ребят. Когда пишете... Я хотел зачитать комментарий один, он очень классный. Но пока я не буду, я ответил и буду ждать на мой ответ. Вот. Ну, там было неудовольствие. Но я пишу, ребят, осторожно, хайп, стебалово, мат бывает, ну, нормальный. Потому что разговаривать на цивилизованном языке – это бесполезно. Как еще можно хайповать? Кто это будет смотреть, кому это надо? Нужен трешняк. Ну, слава богу, что у нас очистилось. Кто залетные ребята, оставайтесь. Сейчас будет весело. Почистились ряды. Видно, сердобольных там из-за некоторых регионов. Бога здорово. Cheers. Из некоторых регионов там южных отошли. Поправился, братан. Не то, что поправился. 15 килограмм. Кстати, видео. Начинаю сериал. Может быть, даже с сегодняшнего дня. Похудание. Потому что мы не едем никуда. Ни в какие отпуска. И вроде бы мы покупаем абонемент в бассейн. Чтобы... Роман, все нормально. В бассейн и будем здесь тусоваться, короче, все лето. Вот для этого, чтобы мне быть более-менее в форме, чтобы там не, бассейн не это самое из берегов не вышел. Ну так вот, ребятки, остались одни бойцы у нас, это всегда очень радует. Кто первый раз? Я Александр Колесников. Он под своим именем? Нет, я под своим именем. Под своим. Александр Колесников. Было мое имя. Никому это не интересно, имя. Нужно какой-то трешняк. Вот, пожалуйста. Так, на другой канал «Неудачник USA» тоже подписывайтесь. Ссылочку я оставлю там. Я буду делать, может, немножко чуть-чуть по-другому. Не знаю. Все спонтанно, все произвольно. Иначе по какому-то сценарию я не очень люблю. Подготавливаю материалы для разговора про 5G. Это не частота. Сразу говорю. Это пятая generation, fifth generation о новой сотовой связи. Окей? Так. Ну, ладненько. Вступление закончилось. Бойцы все самые крепкие остались. А теперь мы идем на веб-сайт. И вот знаете, бывает так. Вы что-то там... Ну, на кого-то расстроены, что-то случилось, вы хотите, ну, задницу порвать там, да, под задницу надавать там, холку набить или что-то такое. Да вот, я не к этому моменту говорю, я просто говорю, что есть такое чувство иногда бывает, да? Но потом как-то проходит это чувство или что-то меняется, и вы к этому, ну, человеку, объекту или неважно, не связано, что я сейчас показываю, вы становитесь как-то более благодушными и такими добрыми, можно сказать, да? И вот такой... Мне до этого Джо Байдена до барабана вообще. Но Трамп делает вообще невероятные вещи. Сейчас мы находимся на Трампа. Видите, что он сделал? Это его YouTube-канал с 400... А, мне казалось, 500 почему-то. Ну, хорошо, будет скоро 500. 500... 415 тысяч подписчиков. Окей? Ничего он такого здесь не делает. Все какие-то его выступления, какая-то дамочка здесь чирикает. Я даже не смотрел. Мне по барабану. Но когда я увидел вот эту вот, когда он поставил вот эту вот физиономию этого Байдена, мне стало так, ну,
ну не то, что жалко, жалость это не такое. Ну как-то так хотелось подойти к Джо, там, так похлопать ему по плечу, сказать там, ну, сори, братан. Я не знаю, могу ли я свою харю поставить на это самое, на чтобы у нас было еще более интерактивно. А может быть и можно. Да. То есть, ну, долго я не собираюсь ее держать. Короче, ребятки, еще один такой момент. Что я прошу? Напишите в одном слове, в двух словах, в трех словах, в одном предложении, но очень коротко. Зачем они вот эти... Что вы думаете? И не, пожалуйста, просто подумайте. Не надо искать какие-то articles или почему это происходит. Зачем они так это делают? Оба. Этот Джо тоже делает такие вещи, но просто я на канале этого Джо Байден, может быть, до 50 тысяч или даже меньше. И когда я посмотрел на его физиономию, это, ну, братан, все становятся старше, конечно. Все стареют и прочее. Тут я увидел его на... как его? У него какой-то шрам появился. То ли он стукнулся головой, то ли что-то еще. И человек уже все, он не по курсу идет. Он говорит какую-то белиберду последнее время. Ну и до этого он не отличался большим умом, но почему в этих демократах сейчас такое количество вот этих... ну, если ум свежий, нет проблем, но они все уже не с приветом, но они с какими-то проблемами, с памятями и прочее. Что эта дамочка тоже Пелоси? Это ну просто... Сделали на нее какие-то пародии там, но это, знаешь, конечно, был чистый перебор. В общем, но никто из советников, почему? Потому что они сидят у кормушки и сосут бабки из-за этого, на этом дедушке. Причем 77 лет, я не знаю, то ли он, я не знаю, был ли он в милитари, потому что вот этот дедушка другой, ну, он уже отошел, вьетнамский ветеран, короче. Он летчик, по-моему. Ну, представляете, самолет взлетает с этого air carrier, да, с авианосца. Какая там перегрузка? По 3-4 раза в день. А то и, может быть, больше. Прикинь? Что там с головой? 5G, оно даже близко не стоит. Это я шучу. В общем, вот такая история, ребят. Хорошо? Сейчас мы эту камерку мы отключаем, переключаем на мою. В общем, в двух словах, где-то, ну, через несколько дней я сделаю видео, то, что я думаю об этом. US trash, нет, фронт. Вот, поставим камерку сейчас. Окей? Все. На сегодня, если вдруг с этой трансляцией проблемы, сейчас, если есть у вас какие-то вопросы... совершенно не по теме, быстренько напишите, если нет, нет проблем. То есть в комментариях коротенький ответ. И на неудачнике будет немножко другая тема, окей? USA. Прорвемся, как всегда, ребят. Давай. Бэм. Вот так вот, как там. Ты там подписался? ХЗ, ты не здесь пиши, ё-моё, ХЗ. Пиши в комментариях потом, ё-моё. Братан. После стрима. Ну, подумайте, не читайте, подумайте. Напишите, окей? Давай. Камера-то здесь-то, ё-моё. Тычь-то сюда, вот. Бэм. Давай, ребят, успехов.